На польских крышах все чаще можно встретить коллекторы ватт. Почему? К их монтажу склоняет дешевая энергия, поступающая прямо от солнца. Сам монтаж очень прост. Нужно лишь помнить о нескольких простых принципах. Коллекторы можно монтировать везде – на наклонных и плоских крышах, на стене здания и земле. Для того, чтобы коллекторы вырабатывали максимальное количество тепла, их нужно направлять на юг и размещать вдали от деревьев и строений. Необходимо также помнить и про угол наклона коллектора. Для наших климатических условий оптимальным является угол в 45 градусов. Он позволяет собрать наибольшее количество солнечной энергии. Способ монтажа зависит от типа поверхности. Исходя из этого же условия, подбираются крепления. Если крыша наклонная и черепичная, значит нам необходимо крепление ватт типа S. Если же крыша наклонная и покрыта толем, используем крепление ватт типа L. В случае, если мы хотим поставить коллекторы на плоской поверхности, воспользуемся стояковой конструкцией фирмы ватт. Она позволяет свободно менять угол наклона. Таким образом достигается оптимальная настройка коллектора. Если же мы планируем установку 3, 4, 5 коллекторов, тогда мы можем увеличить количество крепительных элементов. С их монтажом вполне справятся 2 человека. Однако лучше всего доверить его опытным экспертам из Академии ВАТТ.